Итак, всем привет! И это у нас очередная рубрика «Ахинея» или рубрика «Очешутельных вопросов». И сегодня у нас есть тройка, мать их, победителей. Это вопросы, которые, ну, просто самые тупые вопросы на свете и ужасные, по которым я так соскучился уже, а то и как-то уже давно не было. Итак, читаем первый наш письмо. Так, пишет нам, значит, Александр. По ситуации сделал тренировку в понедельник, вторник и в пятницу, вместо понедельник, среда и пятница. Плохо ли это? Так дело категорически запрещено или можно? Просто по ситуации в эту среду не мог и решил сделать во вторник, так как освободилось время. Что? Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Хе-хе, ужас какой-то. Ты просто нарушил святой догмат тренировочный, ёпту иметь, за это тебе гореть в аду. Ну вот, провалится чувак сквозь землю, сгорит, короче, проклят на всю жизнь. Пропустил тренировку по графику, все, меченый, вот, заберут его в ад и будет там гореть вечно. Так, следующий вопросик у нас, то есть письмо. Так, пишет нам Игорь. Добрый день. Скажите, может ли от приема протеина, если резко перестать его пить и заниматься, нарушится обмен веществ или нанести какой-нибудь вред организму? Да что ты, черт побери, такое несешь? Удивительно тупой вопрос вообще. Я не знаю, такое ощущение, как будто он там... Ой, сыворотку Халка какого-то принимал, а потом вдруг перестал ее принимать. Не, в общем, перестал там превращаться, еще что-нибудь. Короче, чувак превратился в одноклеточное создание. Перестал принимать протеин, все, хана ему. Привыкание, будет как наркоман, теперь будет бегать, короче, этот самый, обкрадывать бедное местное население, вот, чтобы надыбать денег себе на дозу очередного протеина, то есть ужасное привыкание вообще. Самый худший наркотик в мире, самый худший яд в мире — это протеин. Просто ужас какой-то. Так, что там у нас дальше? Смотрим, смотрим. Так, ага. Здравствуйте, меня зовут Вася. Мне 31 год, рост 190, вес 57 килограмм. У меня есть проблема, троеточие. Недавно я сдал анализы, у меня обнаружили гормоны. Как их вылечить и что стало причиной заражения? Это ГМО? Вопрос. Я боюсь от этого умереть. По телевизору сказали, что гормоны — это опасный яд и что... Еду пичкают гормонами. Помогите, пожалуйста. Ты знаешь, Вася, я уже в этой ситуации вообще тебе никак помочь не могу. Единственное, что я могу сказать, это там, я не знаю, ой, как-то просвещаться там, может, в школу пойти куда-нибудь заново там поучиться. Ну или к психиатру сходить, или еще куда-нибудь, или просто телек не смотреть. Вот, и не поглощать то дерьмо, которое изливается из экранов телевизоров и изо рта некоторых индивидуумов. Вот, ну раз уж ты заразился гормонами, ну все, все, хана тебе, короче, сдохнешь. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет.